был обнаружен культурный слой позднего средневековья. На этом уровне находились монеты времен Крымского ханства. Пока они почистятся, естественно, мы не можем сказать, к какому именно хану они принадлежали. Однако достаточно разные фрагменты посуды. Это и импортная посуда, и посуда местного крымского производства. То есть, в основном, это если импорт, то мы говорим о турецкой посуде позднего средневековья. Также на уровне средневекового культурного слоя был обнаружен керамический водопровод, да, секционная труба с раствором, относящийся к тому же периоду, и фрагмент водостока, тоже средневекового периода. Сейчас, в данном этапе, когда здесь строятся, хотят строить какие-то объекты, да, земля выдается людям в пользование, во владение, то, конечно, становится острый этот вопрос, поскольку здесь ничего нельзя строить, никаких нельзя возводить сооружений, пока вот не будет проведено исследование. Никаких препятствий быть не может. Мы дойдем, выкопаем, надо 5 метров, 5 выкопаем, надо 10 выкопаем. Я же говорю, найдем, значит, что-нибудь, культ наследие, значит, будем решать вопрос. Как-то законно решить, отменить эти решения, вернуть деньги мне. Я за. Может, мини-Крым здесь построим. Я сторонник всех этих событий. Но надо закон. На данном этапе мы должны провести шурфовки, не более 20 квадратных метров мы можем по положению исследовать именно в рамках разведочных работ. А если что-то будет обнаружено, то, как правило, в этом случае мы можем как бы более детально исследовать территорию.